Друзья, всем привет! Фикс прайс на Калантай 30, город Санкт-Петербург. Посмотрим новинки, полезные товары. Сразу на входе нашла вот такие зеркала настольные с подсветкой. Работают от батареек, также от USB кабеля. А внизу есть вот такой поддончик удобный для всяких мелочей. Корпус пластмассовый, хорошо смотрится. Зеркало 249 рублей. А рядом, смотрите, по 300 рублей, по 200. Зеркала на деревянной стойке. Кстати, недорого можно взять вот такое зеркало с ушками. Смотрится очень мило. Внизу также есть вот такой отсек для мелочей. Стоит всего 149 рублей. Можно взять недорого зеркала по акции за 99, за 149 рублей. Классную нашла, такую полезную косметичку. Дорожный вариант. Смотрите, размеры 22,5 на 16 и глубина 9. Таким образом раскладывается. Сверху есть крючок. Застегивается на липучке. Сверху отделение, внизу кармашек и одно вот такое большое отделение. Внутри карманов нет. Подкладочка, все швы обработаны, сшито качественно. Есть темно-серый, бордовый цвет. Цена 300 рублей. Смотрите, какую красоту привезли маленькие сумочки антистресс в виде единорожек на цветном широком ремешке. Размер 8 на 3,5 и на 13, и длина ремешка 30-56 сантиметров. Регулируется. Цвет белый, вот такой радужный, и розовый. Для какой-то мелочи, для небольших телефончиков, думаю, подойдет. Правда, ценника не увидела, думаю, что рублей 250-300. Снова привезли ножницы филировочные, такие парикмахерские ножницы отличные. Я брала, подстригала, все отлично, острые ножницы. Крабики, смотрите, какие красивые, они прозрачные, но с цветными элементами. Тут клубнички, вишенки, ананасы, 59 рублей. И пойдемте в отдел с посудой, очень много интересного. Увидела большие кружки, цвет более сиреневый и более розовый, такие оттенки 600 миллилитров. Фарфор и цена 149 рублей. Есть тут в продаже вот такие большие банки. Толстое стекло, черная или серая крышка. Объем 1,8 литра. Снова их завезли или тут не разобрали. Но тут прям их много очень. 199 рублей. За 300 рублей можно взять набор для кухни. Тоже их снова привезли. В наборе 5 предметов. Стакан, шумовка, половник, толкушка. Лопатка есть, цвет персиковый и голубой, 300 рублей. Есть наборы для кухни по 149, наборы для изготовления мороженого. Выставили уже новогоднюю серию, баночки, тарелки, 249 рублей. Металлические миски, 150 и 79 рублей. Бамбуковые минажницы по 249 рублей. Смотрите, сколько их тут много, не разобрали. Минажницы из пластмассы по 149 рублей. Три расцветки. Пластмассовые двухуровневые этажерки. Серые и зеленые. К сожалению, ценника тут нет. Не вспомню. Друзья, пишите, подсказывайте, сколько они стоят. Красивые пластмассовые подносы. Высокий бортик, у них ручки. 149 рублей. Даже тут есть в продаже деревянные салфетницы. И размер побольше, и поменьше. Салфетницы по 199. 350 рублей деревянный поднос с металлическими ручками, размер 32 на 21. Вот такая этажерка трехъярусная, сделана из пластмассы, тоже все еще в продаже. Стеклянные наборчики, солонка и перечница. Классные наборы, снова их много завезли, цена 99. А вот эта новинка, пластмассовый контейнер настольный, 1 литр. Ну, это как небольшое ведерко такое пластмассовое для ватных дисков, например. Стоит 79 рублей. Цвет вот такой желтый, есть в сером цвете. В продаже стальные миски есть, 1,8 литра, 250. Носик у них, мерная шкала сбоку, это удобно. Такие дуршлаки компактные, 27,50. И тут новинка, бутербродницы. В трех расцветках, с единорожкой есть, с лисой и, по-моему, с котом. Я своим взяла по 39,50, они всего отличная цена. Сейчас в школу ходить, самое то, что нужно. Сбоку замочек, такой пластик крепкий. В принципе, мы уже каждый год такими пользуемся, ничего с ними не случается. 39,50 всего. Смотрите, что я здесь нашла. Давно уже нигде их нет. Это ступки с пестиком деревянные. 250 рублей. Тут вот три штучки я вижу в наличии. Скатерть колорит. Красивая с авокадо.
Этот вариант без бейки, без отделки, 120 на 180. Просто вот клеенка, край никак не обработан. Есть с лимонами, есть с розами. Ценника, к сожалению, нет. Ну, по-моему, они рублей по 99 были. С бейкой по 150 обычно. Вот эти классные лопатки есть узкие по 99. Широкие есть. Не забывайте, что нельзя их класть в посудомойку. К сожалению, моя треснула. Дети положили в посудомойку, и она там помылась и, конечно, треснула. Пришлось выбросить, а так очень довольна. Опять новинка. Это пробки с дозатором. Цветные, 3 штуки. 49,50 стоит. Смотрите, тут даже есть ножик керамический складной, 99 рублей, давно их нигде нет. Ножи для фруктов 79, вот такой с цветной ручкой 55 рублей стоит нож. Привезли пледы, смотрите, тут с пингвинами, какие симпатичные. Размер 150 на 100, это полиэстер, много разных расцветок, есть вот такие с совами. Тут что-то черно-серым, тут звездочки. Такие пледы стоят 249 рублей. Следующая мягкая пушистая новинка. Это вот такие тряпочки для уборки. Тут в наборе 5 штук, размер 16 на 27. Край никак не обработан. Сделаны из полиэстера. Цена 59. Это мочалки для душа в виде рукавички. По 59 рублей. С одной стороны такой жесткий слой, а вторая сторона мягкая. По составу это конопляное волокно и полиэстер. 59 рублей. Детские красивые зубные щетки к Hello Kitty. Использовать можно с 3 лет. Щетинка тут мягкая, в основании есть липучка. Также есть колпачок на зубную щетку, можно надеть. Цена 59 рублей. Есть в продаже шампуни Pantene Pro-V. Восстановление, густые и крепкие. Объем 400 мл, цена 249 рублей. Шампунь Dove 150 рублей и от Marcellier 99 рублей шампунь. Dove это гель для душа с экстрактом лотоса и рисовым молочком 150 рублей. Смотрите, что привезли. Немножко запоздали, конечно. Вот такая яркая красота, сеточка. А это женская туника. Смотрите, какие расцветки. Но есть и черные, и темно-темно-синие. Таким образом выглядит. Вырезы по бокам прямо до подмышек. Размер туники данный 46-48. Видела, такие носят на купальник, просто надевают. То есть и от солнца защищают, и вроде как платье почти, можно сказать. В составе 92 полиэстер, остальное эластан. В пакетике лежал еще вот такой шнурочек, видимо, как пояс можно использовать. И вот такие есть расцветки. Темно-темно-синий, черный, синие, розовые. Выбор большой. 299. Рядом большая стопка. Это топы женские. 199 рублей. Огромный выбор расцветок. Один развернула. Смотрите. Сделано очень аккуратно. Сверху тонкие бретелечки. Вот он, такая тонкая вязка. Мне писали, что даже дороже на Алиэкспресс или где-то заказывали. То есть аналогичные топы. Цена здесь отличная. В составе 78% вискоза. 200 рублей всего. Присмотритесь, друзья. Вот такие новинки в канцелярии. Подставка для канцелярии. Можно для косметики использовать. Приятные расцветки. Есть черные, розовые, есть поярче. К сожалению, ценника не нашла, но я не думаю, что дорого. Рублей 100-150 наверняка будут стоить. Дальше покажу вам, какие интересные книжки увидела. Очень много здесь книг, разных учебных пособий для детей. Так что давайте посмотрим. Ну и на этом сегодня пока что все. Спасибо всем за внимание, за просмотры. Всем всего отличного, отличных выходных. И пока-пока. With you in the morning, show me this ain't fake to you now.
fake to you now. I wanna wake up with you now.